Залог вообще в легкую, пожалуйста, рейдить. Нормально рейдиться без рейдфреймов невозможно. Вот мне, например, никакие бафы не показываются, ни на ком там ничего висит, не знаю, ни замедления, ни ускорения, ни стана. Ну, у тебя хотя бы рейдфреймы есть, ты видишь, когда человек умер? Да у меня все есть. Ну. Даже хиллбот могу просто сейчас этот дрищевский сюда поставить, и будет, как бы, буду видеть, что диспарит надо. Залог. Залог. Ой, нам будет диспарит, да, получается? Просто буду знать, и все. Понял. Ну, Розу не нравятся мои эти рейдфреймы. Он говорит, что они говно. А какие у тебя? Просто вытащил панельки? Да. Ну да, я считаю их говно. А как, ну блин, через них типа тебе в два клика СС накидывать, а через воду в один? Да я СС вообще, по-моему, так не накидываю. Вообще как-то. Знаешь, если я это и так делаю раз в полчаса, поэтому как бы насрать. А когда этого СС 15 минут, поэтому нужно чаще. Да, вот сейчас могу накинуть. Надо накинуть кого-то? Ну да. На кого? На меня, я буду на луче стоять. Давай. Не, не надо. Ну, видишь как. Угу. Да не, на самом деле на гнев особо сейчас не нужен. Ну, кинь на... А кто у нас может умереть? На фейку, наверное. Кто на луче будет стоять, Донт? На Донт Край... Факинг Мэтт будет стоять. А у нас Аркам не больше даст ли? А да, там просто у него есть зелёнка, он выживет. В этом смысле. О, у нас ДПС не хватает. Этот по флангу пойдет. Заебал, это он сейчас тактику нам рассказывает на гнева. Слушайте внимательно. Тактика на гнева, слушаю. Что-то замолчал. Молодец, Карп. Молодец, блядь. Валим. Ну, типа, и хвалит. Ну, что ты хз. Валеру. Вот так нормально. Да, видимо, вот. Этого, как его, тренера сменили просто у нас. Сборная России. Новенький теперь у нас. Так, зачем? А если считать портоваться, он сагрится. Книжка. Книжка, да. Там еще книжка есть, там книжка есть? Так, что на очереди стоит? Фейка или я? А вы меняетесь. Ты что же, дрыщ, а где тут лучше порталы поставить? Под окном? Блин, где нигде не стоит. А, слушай. А, нет, это все равно ГКД. Да просто так, где ты бежишь, где бежать будешь, там и ставь. Можешь подольше побить поставить. Будешь бежать, потом ТП-шнешь, да и все. Донт, а с диспельте, приз, диспельте. Я просто могу через два волка забросить первую, а потом уже фейки отдать. А ты не сдохнешь? Нет, ну типа, посмотрим. Фейка мы не воспринимаем то, что ты пишешь, пока ты в голос не можешь говорить. Аркану-то, наверное, лучше всего. Нет, в целом просто говори чаще в голос. Вообще можешь хоть что-нибудь говорить. Где этот Райс? Он любитель был стоять. Ну хотите, я могу стоять. Ну, давайте ДКшку, чтобы он выжил просто и все. Да. Всего этого. Зелень отдаешь, просто по третью уже. Блин, а еноты так часто крутят сальто, я и не знал. Да. Через раз. Ну, ладно, через раз. Не, ну часто. Крутят. Четыре раза подряд. Оп, пять раз подряд. Эльфы бездна, конечно, так вот. Помой напрыгивает. Зато приземляем. Флешмоб, блядь, все прыгают свет. Какую-нибудь хуйню просто сказать, да, и все будут повторять. Фаши дракона. Лапки да, нет. Да, но с меня его должны диспелить. Но... ГГ Стив нет лапки, а у Донта нету стамины и от темной магии защиты. Ты что, дрыщ? Чё? Давай, кто повесит проклятие стихий? Ну, ты вешай, ты забываешь Рока перевешивать. Ну, ты же чё там? Я вешу тебя. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет... А вообще пусть просто этот ванхолик испекается, Донт. Я в ванхолике. А ну он в ванхолике, нафиг ты проклятие стихи вешаешь. Я не знаю, я сниму сейчас. А, ой, не, блядь, у меня не я такой... забрал случайно, извините, стойте. У меня не такой ванхолик. Выбегай, Вот.
Блядь, не такой он холик, значит повесить? Не, не, я не достаю. До туда. Сейчас еще уже будет. А, уже было. Там сейчас на 40 будет, смотри. А, вы уже стоишь, кто волк? Я вообще не знаю, почему я начал отбегать назад. Наверное, привычка того, что мне туда нужно будет двигаться. Я вообще всегда движусь по жизни правильно. 40, по порядку. Побежали, да. Побежали. Нет, давайте не докастовывайте. Наши ноженьки бежали. Что-то там. Куда-то там. Да нет, тут что-то. Заходите. Балл тут пизда. Самому большому пизды. Отключи, Демик. Гасни. Еще одного же. Бля, я забываю, что у меня штриня есть, лол. Найс играю, пацаны, найс играю. Вообще сейчас расклеился. Да видно, 4К ДПС. Угу. Да это не пострелять. Сейчас, сейчас еще одна уж должна быть. Смотрим аккуратней. Вышел дрищ. Прошел. Сорок семь. Побежали. Еще один костец. Стой, стой, стоп, стой, стоим, 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 стоим. Кого ты помнишь? Умер? Реса, тихо. Да, реса, реса, реса. Ну тучу бы нажал, ну что это такое, ну. Раньше времени не бегите, я говорю. Мы не хотим слушать, мы хотим нажимать ротацию. А чего вы все встали в эту кучу, ну ёбаный усрался? Что это вообще за, типа, мат, ёбаный усрался? Ну расскажи. Ну типа... Я не могу, блядь, меня тут душит со всех сторон. Просто, я не знаю, где-то слышал, использовал сейчас. На заднем фоне у некоторых людей, да? Я уже мне кашляю. Слушай, Невер, ты не слушай, что они там говорят, там в основном плохие вещи. А там говорили, да? Я не знаю. Я тоже не знаю. Лучше ждем. Сколько секунд до перефаски? Королям по королям, по королям, бы уч, уч, уч. 15, 10. 48. Я пока не могу прочитать это заклинание. Можете проходить под настеночкой. Да, заходите, заходите. Очень осторожно. Бля, ну вообще проклятие Рока супер много, 4-2% у тебя пишет. Ну да, так оно и должно быть. Нужно мне все время вешать проклятие Рока, я проебываюсь. Я вообще его в последнее время не вешу. Ну я его под проки еще стараюсь вешать. Это нормальная разница в ДПС. Ну да, я вижу, я вижу, я вижу. Сдох. Хилл сдох. Давай, Фьюри. Зелень, зелень, зелень. Лучше сдох.
Все не станьте? Сорок семь. БСС. Ну, все нормально. Бежали. Ну, по идее, успеваем, да? Вроде, Дрыш, да. Дрыш, постоишь? Ну, давайте. Где он сейчас появится? Или Невер пускай постоит. Кто? Невер или Дрыш? У Невера прыжок вот, есть. Вот здесь, в нашем углу. Да, вижу. Как-то хуёво он там. Невер пусть стоит. Ой, всё а плохо. Там Невер, как он... Я как он встанет? Он же там, блядь, милишник. Иди. Забирай, Дрыш. Я его пока держу, но, типа, всё хуёво. Я его в миле атаками бью. Ой, бля, сразу. Займите кто-то быстрее. Не-не-не, ну нормально, там не остался. А ты не в луче умер, как так? Вот так. Вот, вот так. Вот. Ну, у меня так 8к хп было. Там мразот там еще 500 было. Понял. Я от хилов далеко очень. Еще угадаемся. Побежали. Чуть не умер. Ну, по идее... В упор. Ну, 2 миллиона... Может, фейка пускай станет на бурстах? Альфа, есть бурсты сейчас? Нету. Это она зло так говорит. На какое зло? Нам убить босса нужно. А крит-пот есть? Да пускай Дрыш, все в Дрыше нормально. Ну ладно, короче, Дрыш, становись ты и выпей что-то. А где он сейчас появляется? С той стороны. Там же? А че он там же появился? На, это рандом. Выбежал. Я на предыдущем трое его выпил. Ну окей, давайте, нам нужно успеть. Никто не убегает, добиваем до конца. Будем заходить за спину. По идее, Дрыш разгоняется уже. Да проси. Дай с Дрыша, мало вдруг получится. Зеленый с босса, заберите сзади. Сзади, кто угодно. Кто угодно, абсолютно. Тш, я умер. Пал. Встаньте на синий. Заберите синий. Быстрее. За спину. 800 тысяч много. Да не, да. Да. Попробуй. За спину ему. Да все, я не понимаю, как это делать. Ключко. Ну все, сейчас у Гера уйдет по берсу. Ну почти. Можно либать, это, блядь, не игра. Это... Телепорт что есть? Ну телепорт на этого, на рана. От рана бежать. Блять, какой-то слишком длительный получился кражан, блядь. Так дохуя вайпаемся? Ну типа, блядь, на ране 3 вайпа сколько? 2? И на трэш. Ой, нам забили, походу. На трэш еще 5. Это все пьян, трэш. 0-0, все нормально. Все нормально, 0-0. А что у нас по ДПС? Как у нас Дрыш надамажил столько же, сколько ДКшка? А он под лучами. Под лучами. А, точно, он же умер. Да, последний потому что у Лока еще пэты дамажат. Не, ну вон, видно, он 13к ДПС нанес в среднем, а я 7. Чё непонятного? Только у меня 9500 показывает.
Не, ну, на следующее. Вначале был ДК, потом я, потом Дрищ, потом Фейка, потом все остальные. Да ДПСа хватает, но, блядь, у нас двое умерло. Есть не трое. Ну, у нас вот еще умер, и там, типа, было слишком потно захиливать. Да не, захиливать нормально было. Проблема в том, что умерло ДДшки все. Да. Не, ну, просто там момент, когда был синий луч, я отпрыгнул просто, у меня 8к, и я просто не успеваю отбежать сейчас идеального. Дайте СС один. Давайте, да, на Войда СС. Я накину на Войда. А я на кого СС накину? Давай на Пиркса. А он умирает под лучом, если то, ну, ну ничего, типа там СС сколько висит? Уже же пропадает. Минут? А, после этого, я не знаю. Можно после БРа дать. Она не успеет, СС скорее пропадет, чем нужно пропадет. Ну, давайте попробуем. Давай попробуем. Уже пропадает, потом СС еще можно встать. О. Вставали пуки, пуки разные. Угу, так, ну ладно, тогда даю СС этому Пирексу. Стоп, 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 давай, может, не Пирексу? Типа Пирекса БР, но кому еще может? Я его собирал под двумя брестами. А кому еще тут? Больше некому. Всех остальных бернут. У нас два СС. ГГ снипу, чтобы он не умирал, а от этого дыхания. Кого-то есть? Дживс у меня есть. А, все поставили. Смотри, первая лужа где-то на 10 стаках. Ну, в среднем там. Или до 10, или на 11. А дальше 24-37. Около 40. Гоу я встану на первый лучше. Ну, лучше прожмись на 34-м. Да, да. Ну чё? Алло. Да, слышно. Как пирекс стоит? Ну ок. Просто пирекс... СС-ка. Можно перейти на брусе. Ну, как хотите. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. А Геру когда даем? Сейчас. Еще одну. Блин, как из ВДКшника передамажить, я не знаю совсем. С4. Ложим. Еще зелень дает под это, ему руны дает очень. Побежали. Мы хорошо 80%. Ну это типа обычно, мы в этом в прошлом рейде, вот типа первыми столько снесли. Ну там же... А 79 у вас дотекало? Ну это сейчас эти же, видишь, бесы наши в два ствола просто... Там же лаграсса у вас не было в рейде? Ну... Ну, кстати, да, у нас почти 4 питомца сейчас бьет его. Еще мой, и это... И ханта. Бля, есть... Слушай, лаграсс прикольно ты это сделал. Мне нравится. А как ты это его? Логрус. Логрус? Типа грасс, травка. Не-не-не, хроники Амбера. Я могу сказать, смотри, нравится у вас... Кстати, у когда одна стоит, она считается как А. Слушай, переводчики думают иначе. По-моему, там все читается как захочешь, и да? Все. Да, ну, в основном. Ну, типа, в случае в переводе на русский, типа, этот, он написан как Логрус. Ты переводы фильмов, названий фильмов читал? Ну слушай, это все-таки книга, я им больше доверяю. Кому книжку? Ну ладно, может быть. Да. Побежали. Ой, бежим. Почему уже? Уже бежим.
Почему на 60, на 49 нужно бежать? Или 50 стак? Ой, а у меня зелени почему-то нету. Ебать вообще он выкинул, блин. Вдоль стены пробегаете? Заходите, заходите. А зачем вы туда вообще бежите, типа? Отсюда ж удобнее, типа, занять позицию РДДшником. Я, типа, просто раньше Галзамилика туда бежал, а, типа, РДДшником зачем? Ты сейчас самое главное не просрать вот этим. Вот, сейчас в легкую сейчас. Лёня, Лёня его там надо. Лёня хорош. Лёня хорош, да. Давай сели. О, все хорошо. Домашний. А сколько КД у зелени? 45. Он сам одного решил взять и себя. Да, побежали. Пиздец, никого не могу перегнать. Как так? Давай, 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 давай. Свеженький, давай. Че он там свеженький? Ну, типа, выпустили, наверное, кого-то. У меня, кстати, у Фейки показывает 7к ДПС, а она вот чуть выше. А это потому что у нас, кстати, бесы руинят нам вообще весь. Понятно. Блять, ебать, я сейчас боя просто рафтрует. Не как Даша, как ты болел, бля! А мне у Фейки показывает 4800. 4400. Да, это ведь по-разному они считают. Просто по-разному считают. У меня у нее, ну, типа. Короче, рекаунт считает урон, типа, только тогда, когда ты наносишь урон по боссу. То есть, все время, что ты наносишь урон по боссу, он типа считает все время боя. А если у тебя Дитейл считает все время боя, да. Первая атака, ну да. Зелень. Ну то есть это. Рекаунт в этом плане попизже получается. Ну, типа, просто они по-разному давай, считают. Кабля. Я бы не назвал, типа, что-то важнее давай, другого. Саша, не, ну вот кто-то там спрашивает, блядь, а как ты надамажил больше? И да видно, ладно, что, например, ты надамажил больше, потому что побежали. Пошел. Да почему сам? На дриблинг пошел бы, блядь. Взял бы на себя. Нет. Ну а по-другому ты как? То есть, типа, если я начну дамажить спустя 3 минуты боя, блядь. Нас летит, возьмитесь. Прожались. А, отменился. Да. Отменился. И второй кинул. А что за хуйня? Ну это тебя, Дант, нет? Нет, вас да, кинул, я стоял близко. Стволка есть, стволка есть? Тут. Стволка есть у главхила? Нет, нет, все. Все, тогда БР главхила. Добьем, добьем, все нормально. Ладно. У нас же еще две переходки до Берсы, правильно? Эй, я ж выбежал. Блять, у него еще радиус больше, чем этот. Прыгал, наверное. Математика говорит, что прыгать можно. Что-то там есть? Да, тут уже осталось понты. У меня плюс прожимка есть. Ой, дрыщик, что-то сейчас тебя перегонит кто-то. Ёптыть.
Ну все, теперь я забираю официально звание самого сильного. А что такое? Почему он на меня врубил? Да я это... Донг потерялся. Да, красный потерял. Зеленым спутал. Понимаю. Прям как сапер сказал. Слушай, Жиза. Примерно жиза. Такие же последователи. Ну все, дрыщ официально разъебан просто в ноль, наглухо. Слабый получается. О, а что это мне лучше, чем мое? Да, получается. Слушай, ну... Я сам встану, можно меня не резать. А что там выпало, мне ничего не показало. Шея, кольчужная. А почему мне ничего не показало? Что, сразу мочисар? Да. Идем на него. Мы на вык уже не пойдем. А че не пойдем? Ну я бы пошел. Ну я понимаю, что не все пойдут, но. Ну, мне похуй, я тоже могу пойдем. Ну, типа, кто останется, попробуем кого-то добрать и пойдем. Я так понимаю, только идеально отвалится, может еще кто-то. Ну вам там хант нужен, просто меня это. Алина просила магом сходить, если будет возможность. Магом сходить и что, забрать мой посох? Нет. Не, ей нужно оффхенд. Мой посох. Тебе зачем на преста посох? Тебе, блин, нужна одна ручка плюс оффхенд. Хочет на мага. Приз диспель станка. Ну слушай, этот, Невер, я понимаю, что она хочет на мага, но этот... Как эта штука называется? Но мне нужнее. Ну, я понял. Войт, рез, не проходи мимо. Кто-то рез. Нет, у меня нет. Да, все, спасибо. На таком большом ренже у тебя рез? Жезл, кинжал, левая рука и, возможно, пояс. Да, я все это возьму. Спасибо. Ой. Да сходи ей в какой-то рейд, где там это никому не нужно. Это же, блядь, мусорка для всех. Это просто среда. Ну, видишь. Да пофиг. Ну, слушай, она сейчас толком не играет. Типа, потом ее все равно, ей догнать, типа, когда она вернется в строй, типа, будет супер изи. Она в 25-х. Да. Ее что-то заморозили. Не, уже разморозили. Ну, типа, все, понятно, на новый контент все разморожено. Не, ну она сейчас с 20% срезом быстро слетит в ноль. Чё мы стоим? Погнали. А чё мы стоим, да, согласен. Мы думаем, как мне лучше надамажить больше вас всех. Ничего не приходит. Ну блин, ну конечно у меня... Руки кривые. Вот эти штуки надо бы поменять. Слушайте, руки. А я уже могу что-то там с аметистовой крепости взять? Репутация. У меня дружелюбие. Это какое кольцо? 26-е? Да. Слушайте, а ну я пойду возьму, пока вы это тут. А, там сверху портал. Не, ладно, блин, пофиг. Хотя хотелось. И шея. Получается. Кстати, ну, математики. У меня есть вот такая вот шея. А, я дух крит не сролил. Ну и пох. Кто я там забрал? Кто-то на распыл забрал, я уверен. Господи, зачем ее забирать, сейчас об шеей подходит, если вы на майнов брали. Альфи забрал. Только зачем? Типа сейчас... Ну она ее носит, значит ей нужно все. Ну не вопрос, конечно, но просто... На... А у Альфи же нету шеи, она не модная ИЗД. Понимаю. Или есть, подожди, она, я помню, качала, только докачала, да? Давай посмотрим. Нет, я так и не докачала. А сколько у тебя осталось? Дофига еще. 240. Дофига это сколько? 160 есть. Ну, 10 дней осталось. Да я не хожу на остров, скучно мне. Так, хочешь со мной ходить? Ладно.
Глаз, у нас скучно не бывает. Бывает. Когда я сплю, типа, или что ты имеешь в виду? Или когда меня нету? Да нет, всегда бывает все лучше. Да при чем тут лучше, блядь? Я говорю, скучно. Ну и скучно. Ну, какой-то просто душный. Норм? Типа, норм это ты сейчас похвалил меня или оскорбил? Ну нет, я сказал, ну, типа, душный. Да не ты, блядь, Гаснев. Говорит, что у меня самооценка хуевая. Понял. Нет, правильно говорит, ЧСВшник. ЧСВшник просто, блядь, лучший. Это объективная оценка. Понятно. Так запишем. Смотри, дрыща передамаживаю, когда он на ФК стоит. Ого. Неплохо. Где я ФК не стою, я везде дерусь со всеми. Просто у меня бафов нету. Скучный ЧСВшник, блядь, вот это вот, да. Слушайте, довольно обидно, я все. На это мои полномочия, все. Только лук, только... Все, да, все, ебать, так, ебать, ебать! Все, 0-0 сыграли. Рыбка стоит. Мы ой. В такие шагали, дали, что и каждый не пройдет. Мы ментовках на нарах спали. Слышишь, дрыщ, дрыщ, а у тебя есть демон? Нету. У меня... Нам тут просто демон нужен. Ну вообще да, пиздец, прям демон охуенно был. Спартаковские фанаты, ты спартаковский победим. А-а-а, пацаны. Когда я проебало, получало динамиков, ёптать. Все, у меня бафов нету, подождите. Баф пацаны, не пацаны, может, я вам расскажу. Приста баф. Все это время, ну не все это время, но там последнее а время. СС есть? Да, наугад бросаю, типа. СС есть? Давай уже добавим пул, у меня 5 секунд. Кому СС? 4. Войду, войду отдам СС. Ясно, осуждаю того, кто это, блядь, сделал. Вот, вот зачем, нахер? Ну, типа, тут... тут... Ну, типа, кому? Вы не, вы не, да не, блядь, хуйня полная. Вы не сорвете, типа. Типа, я сейчас люди без пота должны. Да, я 50 ЛП-шек дам, вы не сорвете. Блять, а с посоха, посмотри какой ДПС, блять, когда зачарил посох. Я думал, чё у меня так мало ДПСа? Типа, вроде ж, блять, всё есть. Блять, надо бросать чаще эту штуку. Проклятие стихий. Какой же долбоёб, сука. Помогите. Есть какая-то помощь? Есть вообще такие школы, которые взрослых людей, типа, учат ему разуму? Ну, кроме института. Есть. Какие? Интернат. Ой, блядь, армия всему научит, блядь. Как ходить в наряд? Нет, я же сказал, уму-разуму, а не, типа, все остальные хуйня. Не знаю, ребенок твой пойдет в школу, будешь ему помогать уроки делать. Это понимаю. Ну, типа, хотя бы память как-то развить, потому что, блядь, ну куда это годится? Нет, тут тебе никто не поможет, самому придется стараться. Ну, мне нужна школа. О, нормально, да, там, вообще-то, можно и не переводить было. Бля, я всех убил. Хорош. Только меня. Чё? Выйдем? Попай. Да? Да и выйди, минус два. Давайте. Я только одного давал. Такой его. Да, его чуть-чуть ударишь. Сразу, чтобы он не орился. Да, да, давайте сейчас СС еще кину. Рейсинг только у меня. ДПС. А как ты умер вообще? Босса подвел, Дон. К тебе? Ну, в целом, в нашу сторону.
А, ну он не должен сагриться на тебя, он должен сагриться на кого-нибудь другого. Нет? Он не агрился на меня, да он просто подвел, меня ешка убил, у меня был один хп. Да что ты, блядь? Да! Где-то воткнул рыбу. Под ДКшкой. Слушай, он так орёт, как будто забили. А они все, матч закончился 0-0. Они просто стали фифу играть. На плойке. Забил, потому что. Блин, хорошо, в угол попал прям. Спартак, Локомотив. Только Невер, пожалуйста. Давай этот. ТБМ пул соблюдем. Без хуйни. На Лограссе нету каски. Донт. Каску, да? И пристабаф. А, каску, да. И духа нет. Спасибо. Да это мягко, кстати, вместе с нами, по-моему, собирал, да, когда мы им шли? Ну, по крайней мере, писал, и вон только они до гнева дошли. Ну, не только, а уже, можно сказать. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. У меня тринки, походу, не откатились. Ох, да, сейчас! Хуя, будем вот там! Да, походу кто-то что-то не повесил, потому что мало ДПС у нас с тобой. Да? Ну, не знаю, может быть. Может, стала меткость? Нет, не стала меткость, что-то другое. Этих, спада не хватает. Демон бафа. Ну да, или Алема хотя бы. Угу. Бля, ну за нас он играл. Ну он, бля, просто сюжочек там будет подарить. И мана, конечно, заканчивается, пиздец. Если не будешь заранее ее тапать, то тогда, когда у тебя не будет хп, не сможешь тапнуть. Кстати, хорошая, этот, хорошая мысль. Блин, ну вот, у вас оборона, блядь, четвером, почему вы с четвером стоите, блядь? Я на предыдущем поле стоял так. Говно, у нас, блядь, не оборона, у вас лопата. Ого. Что там у них лопата? Да. Стой, стой, не имеешь права. Блядь, меня ГКС не перегнал. Охуели, блядь. Ну, блядь, что за воронка у вас такая, блядь? Ебать, еще глушаков кто-то не играл? Да. Сука, блядь, это... Блять, а мне нужно было крит-пот под Геру выпить, нахуя. Ты его подо что выпил? Под тренем. Я на тренинг Гера. Только ну покороче. Да нет, она хуже. Да вообще как бы лучше в конце было выпить это все. Ну слушай, до конца я могу не дожить. Сейчас хоть ДПС там. Почему ты не доживешь? На предыдущем я постараюсь. На предыдущем трое дожил, в скобках нет? В нас летит, по-моему, нет? Нет. Нет, не на. Чуть-чуть левее перейдите. Да. Нормально. Не, не в нас, ну давайте перейдем немножечко. Ну я не знаю, зачем я сказал переходить, потому что не рядом. Ну ладно. Ну, ладно. Максимум мой портал задевает. И то, может быть и нет. Узнаем, когда тэпнуть туда. Блин,
далеко. Когда Герри? Давайте сейчас. Далеко. Прям мне под три, кстати. Ну, Герри, сколько там, 40 секунд? Точно три не пройдет. Далеко вроде. Блять, вот пиздел ему, и... Мы будем еще минуту бить, или не стоит перевешивать проклятие больше? Летит, по-моему, не летит. Стоит. Будем. Мне кажется, не будем. Идеально, чуть ближе к нам встань. Опасно. Нет, может. В нас летит, по-моему. Не, не, не. Вдоль стенки мне бы. 500 тысяч добивайте. Ой. 100 тысяч. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, спасибо, да ладно. Ой, бля, две. Да просто мой комплект. Еще сейчас голову заберешь. Бля, ну на голову сейчас, блядь, начнется вот это, блядь, ажиотаж. Слишком далеко. Это пиздец, нахуй. Я этого мира ебал по-любому, блядь, сейчас кто-то сролит его. Блядь. Ну, бля, хотя бы топор это такое, блядь. Ну, лук такой, я не знаю, типа. Почему ты говоришь, что он лучше? Так, ну что, где голова моя? Белая атака. Королямба, фух, а ты не голова была. Дон Крэн. Головхил выиграл, а зачем? Кого выиграл? Шлем. Не, шлем выиграл я. Неверлайн выиграл. А пишешь, что головхил выиграл? Головхил даже не это. А, отказывай, бля, а почему это? Лон, ты мне отдашь Лабрису? А у тебя уже есть руки, что ты ролил себе голову? Блин, а там это... Что? Там ДКшка, наверное. В смысле ДКшка? Я, ДКшка, у нас есть руки, ну, мы что... ждем голову. А у Невера что, нету рук? У меня есть руки, алло. Ну тогда ладно. Не, я про топорик. Тогда что ладно. У нас ФДКшка, который выкинул 38, а ты выкинул 32. Все, понял, хорошо. Все тогда, да, что на сегодня? 12 часов, мы уже никуда не идем дальше. Ну, блядь, она пробивает. Ну, не знаю, можно, конечно, спросить это опросик на, пол... на 40 минут вык. Я нет, я не пойду. Ну только шахматы мы шабьем, Донт. Тогда доброй ночи. Давайте шахматы. Давайте шахматы. Оставайтесь, погнали шахматы. Давайте шахматы, да. Конечно, уступил, но, блядь, но я уже уступил двум людям, как бы. Ну, такого. Блядь, я хочу пыль. Пустырик, блядь. Я такие же пидорасы. Страшно, мы с ними же играем, блядь. Давай. Ага, хуй там. Достал, видал, как прошел? Ага. Да наоборот, Невер, забирай себя, потому что ты сейчас в топе на этот. По ЕП, и ты можешь все 4-4 полутать буквально в первом этом. Да я же говорю, я просто не этот, уже не могу быть добрым парнем, это пиздец. Да не, ты вообще с самого начала зря. Ну типа, ладно, я могу понять, это танку уступить. Но потому тоже что это я, не понимаю, это я, да. Да ну, блядь,
Не в западло, но типа, ну такое, как бы уже всем подряд уступает, ну, сорян. А где у нас? У нас только 3 человека, нам бы 4. Ну меня самоните, я тоже пойду. Ну меня можете самонуть. Шкаф. Не бойте. Не, вообще-то у вас был еще донт. Да, в принципе, да. Типа так, что они заменили друг друга. Ну да, я зашел за ДКшку, которого уничтожил. Ну, в смысле, в плане токенов. А, я бы хантом бы так же шел бы за той же самой головой. Да, короче, вон Изуха говорит, что типа сколько мы фигур активируем, столько активируется и вражеских фигур. Поэтому давайте просто активируется вот это у нас священник, священник, кудесник, король и две пешки перед кудесниками и королем. Да, не нужна. Давай, я перед кудесником пешку быстренько выведу вперед. Давайте, я в кудесник, а кто в короля? Королям бы в короле. Пирекс, туда встанешь это? А он священника. А, тогда трещи, давай ты священника. Ну а, вот, я занят. Правого священника, да. А, ну войд потом. А, нет, я пешку уведу и стану священником, окей. Давайте, гуляем. Что угодно. Чем я могу помочь? Ты чё, что ты не ходишь? Вот, вот эту, не надо было этого выводить пешку. Только первые две выводятся и священники. Ну что поделать уже. Закономерно. Это просто пиздец. Двигаются, не пойму. Мы здесь все отбиваем. Смотри, ничего, у них пешки ходят. Нет, он же говорит, сколько а штук. Видишь, первые две у них не идут. У них три. Ты видимо, с домом в Ростове играешь, как? Понимать, блядь. Нормальная бус. Мы сейчас вообще в упор встанем. Повезло, сломался, блядь, упал. Ну, ну все, дальше этот. Священника. По-моему, кто? Нет, смотри. Кто левого священника? Левого священника подводите? Я беру через 6 секунд. А почему у них 4 пешки пошло? У нас 3. Да. Смотрите, блядь, не пешки к пешке, а фигуры к фигурам. Сколько у нас фигур пошло? 6 фигур. Сколько у них фигур пошло? Из чего надо на пешку насходить? Сколько у них фигур пошло? Не надо пешки больше трогать. Вообще, да, фигур все вообще... А как, чем надо ходить сейчас? Ничем. Да ничем не ходить. Ничего не делать, что ли? Нас... Ничего не делать. Который у нас новый тест. Да не, все правильно. Смотри, 7 фигур наших вышло, 7 фигур их вышло. Короля нами недоволен. А я 3 не поражал. Больше будет урона, интересно? Нет. Я, кстати, тоже поражал, но хосты чуть не добавило. Что, элементали тоже не надо? Не-не-не, у нас теория новая. Чтобы они ничто не юзали, мы тоже ничего не юзаем. У нас сдох один. Там просто... Давай этот, королем шаг назад. Да перестроимся в правую сторону, королем, давай. Оу! Как вовремя. Блять, почему я пройти не могу? Ну ходи, сука, тупая, блять. Есть, пошел. Ебать, она в шахматы играет, блять. Король, на мое место, знаешь, на место кудесника. Надо пешку сейчас похилить просто. Пешка в этом стоит. Неким. Рвать, я правда, весь мост на месте. Что-то это хуйня, на первом Бельгия, потом Бразилия, Франция, Англия, Индия... А, Италия. Италия, Аргентина и... Список, блядь. Тоже пехотинец. Колумбия, вышел. Нам надо встать, вот сейчас закончим, когда закончится. Не, я могу, конечно, пойти вперед и встать перед этим, перед пешкой ихней, но я думаю, что нет смысла. Не, смотрите, сейчас огонь потухнет, и вы встанете обратно на этих священниках. Отхильте меня тут. Давайте священники обратно. Ну, надо залазить куда-то или нет? По твоей теории. Ну сейчас я бы коней поставил перед этим. Перед священником, перед священником, да.
Просто спамить там еще точек, наверное. Да, это сам кису и водки ебать. А виски есть же. Ой, давайте шаг вперед. Иду. А хотя нет, слушай, не надо. Нет, плохая идея. Нормальная идея была. Ну, слушай, много будет домашек по нам. Там дрища, можно было просто подсейвить этим хилом. Да, я тебя подхиливаю, но это мало. Фига он через меня как пошел, видели? Да, только Логрос, тебе нужно вот сюда встать. Где королям бы. Я потом встану, мне сейчас тут комфортно. Дети, блядь, надо просто геру лутать. Ну, в принципе, я себя отхиливаю, ну, наверное, примерно так же, как дамаж. Не, пизды получаю все равно, пешки. Ну, сейчас еще и потухнет огонь. Ну, да, я сейчас буду десник там пизды, у нас тоже получается. Не, что ты там? Интересно, ага, урон получаешь, Дри, сейчас? Да. Да, 221 тысяча, 219 тысяч. Дебака буду разговаривать, пока ты интересно работать. 216. Бля, зря ты короля туда поставил. Да, отходите назад лучше. Не, короля просто на шаг назад и все. Проходи, 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 слон. О, нам надо левее двигаться. А король туда на место слона. Да, прям назад. Да, у них король перешел, надо всем стыкаться. По диагонали я бить не могу. Он мне спину насовывает. А чё второй священник стоит? Тебе нужно повернуться. А кто у нас на втором священнике? Алло, Дон. Да, я не достану, если я встану сюда. Почему не достанешь? Достанешь, да. Четыре клетки. Ну, может и нет. Не, четыре клетки должен достать. Не, ну если там рядом, ну еще какой-то есть, кто дамажит. Ой, ну. Если, короче, там нет никого, то он не достает. Достает, а если... смотри. Нет, смотри. Достаю. Да, нет, там он четыре клетки простреливает. Ну, должен. Ну, нет, если он просто вот перед ним на четвертой клетке будет кто-то стоять, то не будет доставать, скорее всего. Будет, будет, будет. Ладно. Может быть, я... Ну, я так думаю. На 96%. По-моему, он достает, когда вот на третий кто-то стоит, или на второй там кто-то стоит, и тогда он и до четвертой достреливает. Ой, ты просто спамишь точек там. Ой, ебать. Да, да, коней. Шаг вперед, король. Ну, ладно, я хилить Войда. Я хилить Войда. Можно придумать теперь мне, блядь. Вот так вот. Сейчас сдохну. Его быстро пробивают. Какой-то баг есть, что типа можно и одно, и другое юзать, как нужно их нажимать правильно. 3-4-3-4 Но с помощью Тома это не работает. Это работает только у кудесника, ты можешь обузить. Не, вот я священником как-то вот. Как-то непонятно, он дамажит. С КД в 2-3 секунды. Боженька, блядь. Он распротает боженьку, блядь. Оп! Блядь, сука, чуть не успел. Вот сейчас я сейчас стрельнул, у меня 5 секунд КД. Хоп, отхилился. Значит, выстрел за хил делай и все. Ну а да, или за хил выстрел, вот это вот. Ну вот именно вот в этот тайминг он как-то. Вот. 5 секунд, а 2. Вот сейчас я наоборот хильнусь, а потом стрельну. Сейчас я пешку к королю попробую подвести. Хуй, не стрельну. Наоборот, выстрел хил тогда делаю. Бля, чуть-чуть не прошло. Ну да, наверное. Ой, опять вас. Да похуй, бейте. Типа. Зря, ладно. Очевидно.
Лево-право ходить еще, ебать. Ну надо поворачивать. А я не знал, кстати, что они так могут. Думаю, они только вперед ходят. А у них в огне не умирает их пешка? Что за фигня? Ебаша. Что там 30 тысяч осталось? Умирает. Умирает? Можно байтить, получается. Да, о, смотри, там нифига себе дамажит его сбоку. Дошел бы уж до конца, там дамкой стал бы или чем-то таким. Есть! А чё? Чё только один кусок? Да тут все время же говно с этой хренью. Сейчас Дон напишет и вторая что-нибудь, второй что-нибудь выпадет. Ну да. Да. Если что-то тканевое или... А давайте просто линкануть, что мне надо, если вдруг выпадет. Не, он рандомом заходит, какой-то рандом. Не, я понимаю, я говорю, если вдруг выпадет, чтобы... Ну ладно, все чисто, блядь, пизди! Усё, да? А чё, нету фейки? Ну ладно тогда. Да, у меня есть что-то. Кольцо, если выпадет, крит меткость. Голова подойдет, тканевая. И все. Кольцо крит меткость и голова тканевая. А зачем тебе кольцо крит меткость? У тебя же и так есть кольцо какое-то. С меткостью у меня? 226 ты сейчас за репу возьмешь. Да, вот смотри, какое у меня. Че, завтра у нас новые рейды, да? Не, ну это вот мы сейчас внизу где-то выпало кольцо с сокетом, с меткостью, я знаю. Ну да, но на 26-е, то 32-е большое. А, это 32-е, ну да. Ну хотя, ну типа посмотрю просто там, ну в любом случае, пока оно мне нужно. И возможно...